Те, кто только начинает монтаж фильмов и те, чьи картины давно заслужили любовь зрителей, отмечают 27 августа праздник – День российского кинематографа. Первый отечественный дореволюционный фильм длился 7 минут. Речь о ленте Владимира Ромашкова «Понизовая вольница». А вот первый полнометражный фильм вышел из-под камеры Сергея Эйзенштейна «Легендарный броненосец Потемкин». История отечественного кино удивительна, но знают ли жители Мирного цитаты всеми известных картин, мы решили это выяснить. Штирлиц, я попрошу вас остаться. Мюллер сказал Штирлицу. Что за фильм? Фильм «Цена твоей весны». Ставка тебе больше, чем жизнь. Нет, не знаю. 17 мгновений весны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Операция «Ы» и другие поручения Шурикова. Нет, это нет. Я, походу, даже классические цитаты не знаю. Как же он называется? Про... Операция. Операция «Ы». Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет... Кин-за-за. То нет цели. Это я не помню. Кин? Нет, Геноцвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели. Какой Иван Киса? Это же гигант мысли, отец русской демократии. 12 стульев. Звонок друг поможет? Вот это я не знаю. Не знаю, точно не знаю. 12? 12 стульев? Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Все, кино не будет, электричество кончилось. Тоже какой-то знаменитый фильм. Джентльмены? Удачи, точно-точно. Джентльмены? Удачи. Здравствуйте. Все, кино не будет, электричество кончилось.